Вас всех с этим замечательным праздником. Сегодня у нас во всех регионах Российской Федерации проходит День зимних видов спорта, который проводит Олимпийский комитет России ежегодно. В этом году он у нас приурочен 4-летию со дня старта 23. Вот Данилка шпарит. Полиция, да? Один, марш! Итак, Александр Павлов отправился на трассу. Так, не-не-не-не-не-не-не, так лучше не нужно. Аккуратненько, аккуратненько. Две лыжи на трассе. Один, марш! Но вот здесь фугом уже на старте не пахло, поэтому результат будет...